现在欧美限制中国新能源汽车出口，假设你现在不拍视频，再给你一次机会，你还是会买中国车吗？奔驰宝马呢固然不错、嗯、但是呢我是中国人。去年中国汽车出口491万辆，首次跃居世界首位。美方正考虑采用关税以外的方式限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。请问发言人对此有何评论？Какого цвета берем function bar? Голубую. Настя, какого цвета? Голубую. Классно, ты же видела, да? Ваня, я не видел цвета. Я видела голубую машину, просто суперская. С белым этим. Она какая-то мятная. Не то, что мятная, но какая-то небесная такая красивая. А, да. Цвета неба. Ваня, все тогда голубую берем. С белым салоном. Да. Хорошо. Мама мне дала деньги, я уже отдала ей. Она мне дала 14 万, как я могу сказать? Мы здесь тоже дали своим родителям, заработали дом, да? Я сегодня утром еще связалась с Лей Зон. Я сказала, что эта машина как можно забрать их? Да. Да? Я ее наругала. Она сказала, что мне очень дает面子. 13万收回去的，已经开了也差不多快一年了。他其实也很给力，这个车还是蛮保值的，这个名可以对吧？对。但是我们送给他们这个车，他们想怎么样就怎么样，对不对？这已经不是我们的事了。对，但钱不能拿回来。对呀，我们说钱就不要我了，我就退给他了。嗯。他很不好意思，没有什么不好意思，都是自己人嘛。我们现在去哪里呢？你不知道吗？明天是男人节。还有男人节啊！我刚想起来，对呀，不是只有女的过，知道吗？我们的男人也要过，我们这里所有的女人都要给男人送礼物。妈妈已经给爸爸准备好了，我呢也给你准备好了。哎呀，真的！对呀，刚才娜姐打电话让我去看看，因为他们家里只有一辆车，对不对？而且是手动挡的，他不会开。嗯。他说你能不能去替我看一下，就是那种迷彩色的那种衣服，大列的。嗯。我说好，带我去，我们先去帮他看一下，好不好？你记得去年还是前年，我们国内不是被包浪了吗？对不对？对对对。然后就是这个节被抢劫了。哦，里面有枪的。对呀。休息，上面写的是 BSP 的 Viva， 没有休息，然后贴了一张纸，从1点到2点休息，职业精神，笑死了，终于理了剪个头发，算是给他舅舅的礼物是吧？对，不过他的舅舅是外国人，没关系的，我已经次数过了好多次，我也见一下，我的舅舅对我特别好，嗯，阿拉舅母对不起了。嗯，我想提前给你送个礼物，你不要想太多，这个礼物不值钱。嗯，好，就是意思，就你可能会想起我们谈恋爱的时候。是吗？你猜猜是什么？猜不到。香水。对，有谈恋爱的时候。你过生日你记得吗？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、等到凌晨12点然后送给你，那个时候其实我很穷很穷，对，还给我点的蜡烛，对呀、啊、爱你，我爱你、嗯、谢谢你。Мама, вам скучал? Носки. Там просто я у него последний раз, когда меня Настя попросила белье развесить, я смотрю, там дырки у него. Настя специально, наверное, ему новые трусы не покупает. Тут по бабам не шлялся, да? Отрежу вот этой части? Зачем? Кроме меня его трусы больше никто не смотрит. А нет, Оля увидела. Да?
Позвольте взять мою дочку. Мне вот все нравится. Все нравится? Да. Тем более, я уже давно мечтала сделать китайский уголок в нашем доме. 那我们现在就选好了这个柜子两个，正好放自杀壶呀，还有这些所有的自杀杯，就放这里会特别好看的。的，就买这种两个。красиво. Да. Что берем? Ну да. Мать, какой издал? Вот Ваня, мебель привезли. Да? Вот сюда, сюда, сюда. Вот сюда надо будет сторону поставить. И вот теперь у нас будет китайский уголок. Наши посуды уже можно здесь и положить. Да, 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 я же тебе говорю, что мы теперь, наверное, до конца дней своих посуду покупать не будем. У нас теперь и золотые чашки, и серебряные, и фарфоровые, и чего только нет. Ну, залик. Пока мало, пока. Хай мы чонки, да? Маган канься. Да, кенега, ты же янсы. Янсы, да. Ингай, хокан. Вот красиво вот так вот даже смотрится. Красиво, красиво. Все полный целиком. А, ну да, да. Что, Вань, красиво? Очень. Да? Да. Классно. Сейчас как все позаставили, сюда чашки золотые, серебряные. Сразу, да? Сразу. Да, дай кламай, да. Фунчи, шарлуй. О, я очень хочу эту штуку. 一共嘛，一万两千块钱吧。人民币。两个，对。哦，有点贵的。哇，要那个，我得准备去 расставлять посуду。Да. Хотелось днем это сделать, но девочки днем не дали вообще поработать. И сегодня весь день не спят, почему-то уже совсем большие, наверное. А папа смотрит, как качество, да, убирается. Папа смотрит, какой я счастливый, у меня жена так хорошо убирается. Как у меня. Я вообще не убираюсь. Не, ты убираешь. Когда? Ну что, я помогаю временами. Да. Морально. От души. Морально и мысленно, да? Нет, морально и мысленно, и физически тоже. Я тебе не помогаю. Видишь, как твой папа меня хорошо научит, Наташа? На улице, да. Да, мам, вот тут еще. Вот тут еще. Нет, Тань, мне бесполезно, я не смогу вот так чисто, короче, помыть, как ты. Потому что я не вижу эту хоть, как ты. Что иди твой, да? Да. Я тоже не могу, так что. Да, понятно. Я тоже не могу. Так что давай убирайся, Таня, быстрее давай убирайся. Да, сейчас. Специально да? Выбрали, да? Такой шкаф в китайском стиле. Правда, мои подписчики из Инстаграма им тоже сказали, очень похож на китайский, да? Стиль. Да. Не был огбо, чуть-чуть, я же мотой дофа до Инстаграм сам еще. Ай-я! Причем шумху, моя, да, не идет. На ли, дядя, бэк, я вот шипин, я тень чуть Инстаграм, хала. Ай-я, не гэнчу, я тигра, ма, по-по-то. А, ма, сан, я тула, гэнни, шо, чё, я шипин. Ой, чё, пай да, и дин-дин. Пай да, хэн, ха, сейчас бэл пай. Юра, юра, а. Папа, так что тебе Ваня показал салон, какого цвета ты? Комбинированный, мне кажется, самый хороший цвет, да. Который ты показывала, чем ланцы, а же сделал шума? Юдин, люди на идем, сейчас шама чен, там люди, конечно, мы да. Да, снаружи. Снаружи вот Вань, который мы смотрели, он как небесный. Небесно-голубой. Да. Он такой необычный цвет, Ваня. Нет таких цветов, он будет вообще. Правда? Да. Чинсе, да, че же прямо, ему мы чьен же чинсе. Раньше такой цвет назывался Снежная королева, да? Нет, Снежная королева другая. А это в небесном, прям каких и не было цветов. Да. Ну, потому что их там есть золотой, золотой же другая машина золотая, а черный, это вообще мне не нравится черная машина. Мне тоже черный не нравится. Да, и белый тоже не надо. Вообще темные машины покупать, как бы, не знаю, по статистике, черные машины. Они сливаются. Чаще в аварии попадают, чем светлые. Да. Потом внутри салон светлый. Светлый, да. Классно будет. Все, все. И на пикник будем ездить. Да, хоть куда мы, да, будем ездить. Шашлыки жать. Поедем в этот, съездим за грибами в пески, за грибами съездим в горы и на рыбалку мы можем съездить. Я в пески еще не был. Вот поедем в пески. А, специально оставили, да? За грибами, Ваня, в
пески поедем, где саксаульники, саксаул растет. Да, это, кстати, дерево, занесено в Красную книгу Казахстана. Посмотрите, где нету, короче, там людей, там только эти черепахи ходят. Да? Да. Дерево очень, оно нужно 100 лет, да, чтобы оно выросло? 10 лет только, Ваня, у него корень растет в землю. Ага. И потом через 10 лет только вот такой появился. Чуть-чуть, да? Растут, да. Из-за того, что вода мало. А сказать, чтобы дерево появилось, это надо 50 лет. Мы说你要买顶配，你就去买顶配，对吧？ 对呀，对呀，对呀。 我说你去吃屎，你也去吃，对吧？ 啊？ 啊？ 我这是我最喜欢的茶杯，она вообще такая эксклюзивная, необычная. Я, кстати, даже не смог бы догадаться, что это чашка. Раз, чашка. Перевернул, все. Кепка. Она конусная. Кепка, так это хорошо. Она вся еще рисованная. С нее все стекло, она вся всегда чистенькая. Раз, пожалуйста. Папа, я хотел спрятать в другой шкаф. Я когда видела, что... Поэтому я в последнее время не могу найти. Я ее спрятал, Ваня. Я ее спрятал. Видишь, пошел, принял, давай. Поэтому я знаю, где она лежит. Мне она тоже очень нравится. Вот этот вот лотос, ну просто бесподобный. И не махай, конечно, вот же шел, Люля, мимо мама. Мама помыла, это же очень... Да, 1万多块钱 Чужая. Мне так больше нравится. Ну, как стоит? Ну, так стоит. Ну, угу. В смысле? Короче, чао дяло. Пайда фанши дуя чао дя. Ты. Это санчифен, это для вас, это чтобы пить санчифен. Вы уже пили, да? Что-то я в тот раз не видела. Как ты не видела? 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 Просто забыла. Да-да-да, вот это, о! Это красивое, смотри, Наташа. Обалденно. Да, да, я без вас открывал. Это вот как в таблетках, а это в порошке, да? Да. Что, я каждый день по одной пью. Угу. Вау, Джек, это так красиво. Пап, ты видел здесь какие-то красивые? Вот она, да. Большая, видишь, какая шикарная. Лимеха, вами да юши, пьяненько. Я их не видела. Вот это побольше, смотри. Аккуратно, держи, я боюсь разбить. Смотрите. Вот эти мне нравятся, тюльпаны. Вот она, красивая. Олег, вот эти тюльпаны видел? Да. Ай, я не хочу, как хопсяля. Не хая. Это же джен-джен-де и шупин. У папа, мама, сян до... Сян буто. Мэйси, пинвэй, хэр хао, а. Да. В офисе можете использовать чай пить. Другие будут завидовать. Сейчас прям в офисе. Да. Чего ты кричишь? А, брат, отец. В офис не дам. Вдруг кто-то нечаянно рвет на себе. Все разобьют. Не можешь сихуан чек? Да. Вот это очень красивый. Сегодня в чрезвычайно много людей хотят спросить, как это кинбэй. Мэй бу мэй. Да. Хокан ма? Хокан. 很多年以后，这里就是中国什么茶具博物馆。 Наверное, в Таразе у никого так много нет, да, китайских? Да. 以后有人来到我们家里，我先把他们送到这里，炫一下杯子。啊，喝个茶是吧？啊。那些日本餐厅里面炫杯就是喝酒的那种。啊，炫杯子喝酒。嗯，比我们这个是肉包子。 这个是紫砂杯，漂亮啊！紫砂杯我就放这里，因为这边放紫砂壶，这个也是紫砂的，对，这也是紫砂的，断泥的。啊，这边是紫砂，下面是青瓷。嗯，一醒门驴看到了没有啊？别说我们就不宣传一醒了，对吧？这是我的最爱的。 天天惦记这个，这就是菲律宾妹，这是菲律宾妹。一心那么有文化的地方，你们不要就一人一串破破鸡了，对吧？对。哦嘿，他们跑，你妈妈最喜欢放中间。哦，哇，你切进去。切进去的。对。爸爸，托给姐，看看，看看，我们六个。 他们没事，我说你去。女儿，来的茶叶罐，茶叶罐今天有人要买这个东西来着，看视频看的特别仔细，上次有个朋友。哦，这个茶叶罐太好了。
上个视频说我们要卖龟子，我们这个效率高不高？高，特别不像老外，对吧？特别不像。对。老内。在那边房子里面还有好几个。对，有空我搬一点回来。这个我最喜欢这个紫色的。对。有彩线。嗯，都不知道怎么放，每一个我都想放在前面。слышали? Вместе с чайниками должен быть и чай. А что мы должны заваривать? Чай красивый, тем более это чай с названием Наташа. Когда будут спрашивать, например, почему у вас что это стоит, мы будем говорить, что Наташа. Это Наташа чай, и мы с него будем его пить. Вот так вот он будет хорошо смотреться. Да. Вот так поставим посередине. Классно. 能有几个外国人能把自己的名字写在中国茶叶上？这个要感谢我们的梅老板。梅老板这个茶叶特地给你做的，它是那个古树白茶，它的白茶跟那个福鼎白茶不一样，它是拿那个普洱茶的茶叶做的白茶，很好喝的。特别香，我今天喝了。对，就这个东西，你只觉得好喝，但是它背后的故事不一样，因为它很少有人拿普洱茶的茶叶去做白茶。这种真的，对，很香，感觉有那种蜂蜜的味道。对。Смотри, как красиво смотрится. 太好看了，是吧？嗯。茶具还是选中国的，怎么有的人喝那个英国的香茶，对吧？对。英国的茶其实都是从中国传给他们，大家都知道。东篱市的人都知道。对。Высокенький бы назад поставила, а вот эти маленькие бы чуть-чуть переставили. Ну, я же сказала, мама сейчас все переставит. Потому что надо, наверное, вон тебе еще наборы поставить. Мам, нет, конечно. Чего нет? Это произведение искусства, а то это просто сувениры. Да? Да. Ну ладно. Надя ее дула蛋糕. О, 瘦不下来了. 想让我减肥去. 自己瘦了就不想让我减肥. Но она вкусно делает торты, действительно. Вот, мы не можем от них отказаться. Они очень вкусные. Соня, утро, что тебе дала? Давай. Давайте. Жень, будем. Жень не ожидал. Да? Сейчас, подожди. Но я не должен. Жень, не подарок приготовила? Прикинь. А я просил не готовить. Блин, одна я Рахиму подарок дальше приготовила. Так. Ну что, Рахим, у тебя подарок в животе. Да, у меня подарок в животе. Это Рахим подарила вам. Ты че, Макой, ты купила спецовку, что ли? Ой, быстренько поцелуй. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, целуй быстро. Так. Ну-ка, показывай, что это такое. Давай, Жандос, давай. Так, Рахим, трусы от меня. Да? Да. Носки от тещи. Стандартный набор, Рахим, стандартный набор. Да, что надо, то, что... Это от тебя, теща. Трусы я тебе не дарила. Ваня, тебе еще носки. Мы тоже тебе носки решили. Знаешь почему? Внизу сними, внизу быстро. Внизу там сними, там. Это тебе трусы от меня, от мамы носки. Спасибо. Так, а папе теперь подарок. Теперь папе. Трусы от меня и носки от меня. Нет, они все одинаковые. Чтобы не перепутать. Тебе такой набор парфюмерии от детей. Отлично. Спасибо. Так, Ваня и Женя вам не успела купить. Ну-ка. Да, лжет. Ну все. О, видишь, у всех парфюм. Да. Никогда у мама. Женя мне говорит, так, Наташа подарила парфюм, мама с папой, мы тоже дарим парфюм. Значит, ты мне тоже духи даришь, какие? А еще сегодня нашему папе вручили вот такую грамоту. Сына, пойдем кушать? Да. Скажи. Да. И медаль. Вот такое удостоверение. Мама зовет. Вот так. Да. И вот такую медаль. Вот. О.
сам лично поздравляю. Поздравляю. И говорит, очень жалко, что Олега Владимирович не может принять. Я говорю, вы знаете, мы уже 32 года живем, поэтому я вполне имею полное право за него принять. И он сказал, да. В этом есть и ваша заслуга тоже. Да. Поздравляем, папа. Ты у нас тут единственный служивший. Да, наш герой. Они-то все не служили. А мне деньги дали. Да. Ну все, садимся кушать. С праздником вас. Спасибо. Наши защитники. Давайте, так, за вас. Да, Эмилька какая счастливая, смотри. Праздник прям счастливый. Я сегодня увидела новость, сейчас у нас не ограничено Чунго新能源汽车出口. Мы в первую очередь просто поддерживаем, правда? Да. Джаши, ты сейчас выключишь пин. Дай тебе еще раз шанс. Ты все еще будешь Чунго. Бенши Баума, конечно, неплохо. Но я... 我是中国人